Приветствую вас, друзья, с вами Виталий. Короткий видеоролик, тренируюсь шорцы записывать. Тема будет сегодня про ПРО, то есть мы все время говорим такая слогизм ПРО. Я тут рисую вам ПРО Америку, ПРО американский менталитет, ПРО адаптацию, ПРО. И это слово расшифровывается профессионал. По теме отличие профессионала от профессии. При личностном росте у нас имеется профессия, имеется специальность какая-то, вот такая пирамидка, нарисованная с помощью искусственного интеллекта, да? И эта пирамидка очень сложно ее изменить. Для того, чтобы ее изменить, и в ней появились новые какие-то ниши экономические, да, необходимо всю пирамиду общества как-то развить, как-то сдвинуть. Для этого требуются огромные усилия и ресурсы всего общества. Соответственно, человек испытывает некоторое такое разочарование при определенном возрасте, что он дальше не может личностно расти, развиваться никуда. Все, потолок. Все, общество его не дает ему развиться. Почему люди отсюда смотрят сюда и говорят об американской мечте? Вот об этой мечте, то есть люди думают, что сюда они приедут, и вот здесь-то личностный рост их не проявится, они подымутся, возвысятся и так далее, и тому подобное, потому что здесь рыночная экономика, есть какие-то другие институты существуют, и вот благодаря всему этому как-то там все зашевелится. Но нет, ребят, такое здесь не происходит. Здесь нет такой пирамиды. Здесь пирамида другая. Пирамида потребления, соответственно, о которой мы говорили. Здесь пирамида для индивидуального потребления. Вот это индивидуальное потребление своей собственной мечты. Потому что вы не профессионал внутри себя. Внутри вы находитесь, внутри себя профессионал. Ваше качество теперь не востребовано обществом. То есть здесь общество говорило, ты должен быть таким-то, таким-то специалистом, такие-то у тебя качества личного, характер твоего, такое-то образование, такое-то воспитание, все, давай. И будешь вот здесь, там, такой-то нише экономически находиться, там, будешь там дворником, электриком, там, сантехником, водителем там, и так далее, слесарем, ученым, там, все разбито по полочкам. И жди своей очереди, когда тебе освободится, твоя следующая там какая-то полочка освободится, кто-то идет на пенсию, и тут займешь эту полочку, эту нишу рыночную там, если это рынок, как мы представляем себе рынок. То есть, и здесь этого нету, здесь нет. То есть вы говорите, вау, а что делать, американская мечта-то она где находится? Она в 60-х годах? В 70-х годах, да, находится американская мечта. Вот там была американская мечта. Вот там американцы жили, у каждого был свой собственный дом, да. Они там стремились к тому, чтобы жена не работала, муж работал, была большая семья, классическая, да. Самоактуализировался, развился, стал профессионалом, профессионалом. То есть ты спишь с этим мячиком, играешь с этим мячиком, там баскетбол он играл, да, по 10 часов там на балетом занимаешься, на скрипке там играешь по 10 часов, на пианино играешь по 10 часов, не отрываешься вообще вот от собственной пирамиды. Пирамиды, которую ты сам себе сотворил. Потребление самого себя, самого собственного, своего таланта, своих способностей, навыках своих и так далее. То есть, и вот эта тема сегодня у меня, как бы, она мне откликнулась от просмотра ваших видеороликов, которых вы говорите о том, что вы приехали там, работаете. И говорите, вот я оторвал жопу там, я не оторвал жопу там от стула, или вот я сейчас оторвал жопу, а вот сейчас это все благодаря Америке, я вот теперь оторвал жопу, и теперь я по 10 часов работаю. Ну да, ты работаешь, вот здесь работаешь. А надо вот здесь быть, надо быть профессионалом внутри самого себя, потреблять самого себя, искать, самоактуализировать самого себя. Самоактуализировать сам, ты будешь очень такой непростой вариант здесь. Потому что ты один, единственный. Ты индивидуальность для самого себя и для всех остальных. Никто тебе тут не даст какую-то нишу занять. Такой, вот там, ушел на пенсию, будешь дворником теперь. А завтра ушел на пенсию там электрик, будешь электриком. Все, больше никого нет, ты будешь. И так далее. Так, друзья, ну был сегодня такой немного забавный, я думаю, для вас, для меня тоже видеоролик. По поводу этого, этих трех букв ПРО, профессионал. Что такое профессионал?
Это внутреннее ваше состояние, внутреннее употребление. Это инструмент вашего внутренней самоактуализации, чтобы ваша самоактуализация происходила не как попало, да, а профессионально. Профессионально. Вы становились мастером, экспертом какой-то отрасли, неважно, там экономическая отрасль деятельности, там какая-то другая деятельность, культурная деятельность, творческая деятельность. Ну, ваша самоактуализация, то есть на каждом уровне потребления, там, потребление питания, там, и вы видите, что вы самоактуализируетесь, вы уже, а самоактуализация питания у вас происходит быстрее, как питание происходит самоактуализация, то есть наш русскоязычный человек едет там, ну, по трассе, говорит, тут покушать негде, я отравился. Понимаете? Все. У него на уровне, вот в этом вот момент, у него уровень самоактуализации его питания не произошел. Понимаете? Ни человек, ни его организм не принял какую-то там местную... Становитесь профессионалами. Профессионалами. Внутренними. Внутренние качества направлены. Ваши индивидуальные качества внутренние. Не внешние. Не на внешнюю среду. Здесь было для внешности. Вы демонстрировали здесь. Вы здесь демонстрировали. И от этого получали удовлетворение. Демонстрировали свои достижения там, общественные, там, экономические и так далее. Да? Демонстрировали общество. Я говорю, вот молодец, да. И мы хотим так же, чтобы другие видели, как ты живешь. И другие, чтобы к этому стремились. И, там, и так далее. И личностный рост происходил у нас в обществе. Да. Да. А здесь вы говорите, нет этого ничего, оказывается, да. Все, и ориентиры потеряны, вы не видите, а кому продемонстрировать, кому показать, что у тебя яхта, да, кому показать, что у тебя Тесла, кому, да, русскоязычным покажу, вот запишу видеоролик, да, и покажу, что я сегодня купил Теслу, завтра я купил себе яхту, послезавтра купил себе трак, после поехал там за границу с паспортом, с тревел книжкой поехал, там, по миру путешествовать, показываю, как я тут живу, как я там живу, и прекрасный образ жизни у меня и так далее. Но внутренне ты понимаешь, что это просто сотрясание воздуха. То есть общество вообще не реагирует на свое сотрясание. Ты ищешь такое общество, находишь его, какую-то определенную русскоязычную среду такую находишь, и внутри нее начинаешь эту же тему создавать. Ну, общество это не то, ребята. Вот вы сейчас создавайте. Создавайте профессионал внутри себя. Внутри себя. Создавайте что-то своими руками. Спасибо за внимание.